Всем привет, ребятушки! Вы на канале Вэл. И сегодня мы будем, ребята, играть с вами в страшные истории. И мы начинаем нашу игру. И тут, ребята, сама картинка этой игры Scare Stories. Как я понимаю, кажется, это говорится. Но тут у нас три двери. Я, конечно, пойду в серединную, потому что это и есть. Давайте, ребята, зайдем сначала вот в эту комнату. Мне кажется, привлекательная. Мне кажется, вот этот парень говорит. Ребята, что там к ней происходит? Да ладно! Да ничего там нету. Ну, ребята, ну какая скукотень. Давайте что-нибудь сделаем. Все-таки скука. Короче, я ухожу. Ну почему? Тут что-то в окне странное. Ой, да ладно тебе, зачем ты уходишь? И тебе тоже, да ладно, там ничего нету, я уже даже смотрю на это. А я все равно уйду, пока. Там реально что-то есть, оно страшное. Да ладно тебе, никого там нету, я сейчас сам могу посмотреть. Короче, я пойду в туалет. Можно ли это крики? О, нет. Давай посмотрим. О, нет. А здесь пистолет. Я сваливаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Помогите! Это была жуткая история. Били мальчика. Давайте, ребята, теперь пройдем, допустим, вот в эту. Что-то мне она такая интересная. Давайте посмотрим. Вот, поссорились. Давайте вызвать кровавую Мэри. Ты что, с ума сошла? Ой, да ладно, вы вызывайте, я здесь полежу. Короче, я пошла вызывать на кровавую Мэри. Я, конечно, не голосую, но я все-таки попробую. Ладно, давайте. Короче, я тоже пойду. Хорошо, я тогда здесь буду. Пока-пока. Так, что это? Похоже, она потеряла сознание, и у нее галлюцинации. Да ладно вам, это какое-то убийство. О нет. Что с вами было? Короче, тоже жуткая история, довольно такая. Тоже про девочку такую. Давайте пройдем. Выбирайте дядьку этого или... Я, наверное, дядьку выберу. Это вот. Это... Ну, короче, ребята поссорились. Поссорились, понятно. Что дальше? Один решил, короче, уйти. И тут пришел какой-то дядька. Странный. И он такой в шоке. Он подошел к нему, а тут какая-то... О, девочка из прошлой серии! Умершая. И стой. Он уходит. Появляется вот этот чертик в маске. Он ошахнул. Это, оказывается, его друг. А то ужасное тело скрывается в ночи. О, господи! Боже мой, у меня от этих историй вот уже это, кажется, 8-9, не знаю сколько, весь страшно даже станет. Ну что ж, поехали. Теперь здесь. Парень, скрученная голова. Вот ребята в школе. Чего-то этот захотел куда-то уходить, и он ушел. Вот, он ушел. Все нормально. Вот. А вот они пошли, вот, наверное, а нет, этот остался, а эти пошли. Вот они в классе, тут стул даже перевернули. И вдруг... Door locks! И они все в ужасе, тот только стоит, ничего ему нету. И тут... И сзади этот человек, скрученная голова.
Господи. А тут он орёт help. Не знаю, а что в этой страшной истории такого страшного? То, что ему голову скрутили, или то, что он куда-то ушел, а друзья за него переживали. А что в этой? О, еще. Давайте посмотрим, наверное, вот про этого, про Соника-ежика. Ребята смотрят Соник Бума. Ага. И что-то вот опять смотрят. И у них что-то жесть вылезает. Они вот этот обалдел там сидит. Этот встает. Вот этого вот. Им что-то вообще не по себе. Вообще жуть. Ну кто-то уходит, тут вообще жуть. Этот в шоке там сидит. К нему приходит ежик, он обалдел. От страха вообще. Ужас. Так, давайте дальше. Я, наверное, вот последнее вот сейчас посмотрю, что там у нас есть, и все. Ой, я не то зашел, ребят. Да, вот у меня такой вот способ. Хипа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, все, быстрее. Все, я пошел, пошел, пошел. Хопа. Давай. Давайте, ребята, вот сейчас последнее будет. Давайте вот про скелета что-то... Вот много кому нравится про всяких скелетончиков. Короче, вот у ребят тут друг захоронен. Вот они на кладбище пришли. И он куда-то исчез, и тут пятна крови его друг, короче, исчез. Он посмотрел на пятна крови. Что тут будет? I am sorry. А сзади скелет. Господи. Ну что ж, ребята. Я вам, ребята, в эту игру рекомендую поиграть, потому что она очень классная и очень страшная. И не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайкусик. И всем, ребята, пока-пока.